ничего не думаю по поводу Государственной Думы, потому что, по-моему, думать по ее поводу бесполезно. Она не лечится. В принципе, люди, которые сдают экзамен на права, должны предоставить справку о том, что они не сумасшедшие. Человек, который идет принимать законы, по которым страна должна жить, ну, наверное, тоже не должен быть сумасшедшим, преступником, алкоголиком, наркоманом и чем-нибудь в этом роде. Ничего такого страшного и обижающего, думаю, я в этом не вижу. Другой вопрос. А справку о том, что там все люди порядочные и что там нет дураков, кто выдаст? Особенно о обездурачивании Думы. Вот это большой вопрос. Его же психиатр-то ничего не сделает. А законодателю будет так хорошо, если он будет умный, порядочный. А если он еще о людях будет думать, а не о том, чтобы показаться перед телекамерой, так вообще страна процветет. Но что здесь-то сделаешь?